Меня зовут Лили Вичиган, и я никогда не причисляла себя к сумасшедшим. Те, у кого не все в порядке с головой, на самом деле очень несчастные люди, страдающие от своих болезней. Они пьют лекарства, носят неудобные рубашки и боятся голосов у себя в голове. Я же, напротив, считаю, что каждый миг моей жизни полон света и счастья. У меня есть друзья, которые всегда меня поддержат. Есть любимый пушистый... Oh, no.